Чё, как? Опа, 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 опа. Опа. Около 20 минут назад кто-то убил этого молодого человека. Чё у тебя, родненький, есть? Иди сюда. Кто-то завалил парнишку, представляете? Я говорю, где-то было это 20 минут назад. Бесполезные таблетки. Забыл их название. Блин, смотрите, турист, что возьмем? Он синий, правда, конечно. Но у нас синий бронежилет, синий турист. И Тимоха тоже синий, потому что любит. Любит малеха. Под малеха бухнуть. Так, еще покушать в дорожку, а то Катюхи не устраивает, что у нас только курочка. Катюху не устраивает. Она говорит, это не еда. Давай жри, говорит, больше. Будем жрать больше, значит. Ну, парнишку с пожарки, скорее всего. Погоди. Ага. Видел? Так. У нас типок. У нас типок. Один ли он, не знаю. Будем пробовать вступить... Ага, ага, ага. Раз, два. Двое людей. Лутают магазин. Так, аккуратно. Да их, походу, там трое, слушайте. Вот там вижу. О, о. Да сколько у вас народу, жесть! Константин, привет. Двоих убрали. Так, тихонько. Один патрон остался. Там еще типок был, точно. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Сейчас буду сидеть, слушать, смотреть. Блин, зомби очень сильно мешают мне. Будешь контролить трупы? По-хорошему надо, но с этой позиции я не могу ни хера контролить. И контролить уже меня могут, правильно? Поэтому как-то будем действовать, сейчас пробовать что-то аккуратно. Так, патроны здесь кончились. Надо от зомби избавиться. Потому что зомби не дадут покоя никакого. Дабл килпан. И надо оружие у них взять. У нас один патрон остался, напоминаю. У нас с вами один. Все разобрался, понял, Денис? Так, ладно, давайте закроем часть здесь. Че по броне? Броня нерабочая, сильно поврежденная. Так, внимательно, внимательно. От пожарника избавляемся. Пожалуйста, умри. Блять, пиздец, он живучий какой. Не знаю, Александр. Если подбежать к трупам, уже могут снять. Мне придется остановиться на какое-то время. Третий будет контролить сейчас, ну. Ну, это говорю, опять же, может их двое, я не знаю, но мне показалось, что трое было. Поэтому сейчас, прежде чем я все не проверю, я ничего не буду делать. Зомби, вот. Зомби вижу, так. Там чел был. Ух ты, блядь. Вот этот сзади хуярит.
Слушайте, надо быстрее патроны хотя бы забирать, иначе нам нечем будет воевать. Восстанавливаем стамину. Блять, зомби, 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 везде зомби, блин. Как вас много. Сзади, короче, еще. Мне бы к трупам, конечно, подойти. Как подойти, не знаю. Хотя бы патроны давайте. Ну, потому что я патроны, если не возьму, все как бы. Ловить нечего просто будет дальше. Просто убегать как бы. А... Зачем нам убегать как бы? Самое то нормально замес. Там зомби был, Иван. Возле трупов бегали зомби. Блять, тварь напугала меня. Я думал, это человек. Так, еще один. Блять, долбаная вода. Долбаная вода. Сейчас будем сидеть слушать. Сидеть слушать. Фух, так, минус 3, надо дух перевести и покушать немножко. И дальше будем думать. Зомби какие-то нервные. Ага, сагрились на кого-то. Тише, тише, так. Кто-то есть. Тихо. Блять, услышал. Я случайно нажал на задержку дыхания, он здесь. Все, сидим. Сейчас только сидеть и срать. Штаны. Блять, живой. Не пойму, сейчас вроде мертвый. Так, бинтуемся. Мертвый. Так, отступаем. Тварь увидела нас. Ну, короче, тут либо пан, либо пропал. Так, отлично. Разлутали пацанов. Теперь можем выдвигаться вглубь территории. Есть фонари, есть батарейки. Какой-никакой свет будем иметь сейчас в ночи. Уходим дальше. Надо отпиться как следует, прежде чем мы будем выдвигаться к дальним берегам. Главный минус в экоплее, нету ни одного бокальчика или что-то. Видите, все-таки нарвались на папу. На папку все-таки нарвались. Закончилась жизнь.
такого вот крайне успешного Тимофея. Чуть-чуть не успел я, короче. Мы до сих пор живые, прикиньте. Мы до сих пор живые. Вопрос, где конкретно? Мертвый зомби. Мертвецкий мертвый зомбарь. Надо мальчугана как-то высматривать. Надо произвести круговой осмотр деревеньки. Может быть, он лутает, кстати, бункеры. Как бы не удается какое-то движение уловить. По деревне, поэтому я и делаю вывод. Ага, в теремке. Слушай. В теремке он костры ждет. Надо ближе подойти. Зарядить ему, блин. Да ну ёб макарёка. Он на первом этаже. Блин, гранаты нету, а на него? Зомби, пошли нахер. Ты чё, конченая тварь, а? Ага, вышел. За ним зомби побежал, а не за мной. В доме воюет с ней. Двое. Смотри, как встал, не могу выстрелить. Наблюдаем, ловим момент. Так. Хорошо. Второй в доме. Был, по крайней мере, в доме. Он не знает, откуда его убили, у нас преимущество. Привет, Александр. Ага, вижу. Так, готов, да? Готовы. Все по стелсу, все по фэншую. Сделано. Просто ассасин Тимоха отработал по полной программе. Куда Тимофей должен все, по вашему мнению, вот это вот ныкать? Так, по-быстрому перекусим. Тыквами эти садоводы, короче, пацаны. Так, что с рюкзаком у тебя? Блин, рюкзак остался. Мне тортилла так-то нравится. Можем использовать его рюкзак. Сейчас сюда вот именно сложить, что нам будет необходимо. Так, чуваки, вы, конечно, извините, но пушки я вам не оставлю. То хер вас знает, вы вернетесь. Так, хорошо. Погнали лутать тюрьму, пока мы вообще ни черта не нашли. Я, кстати, не обратил внимания. Ага, вижу, тюрьма открыта у нас получается.
И опять заболел. Слушайте, но такого дроча, конечно. То есть, если витаминки они сразу же и бесповоротно вылечивают, то здесь, конечно, какой-то дроч происходит. Ну, будем смотреть. Будем дальше продолжать жрать. По-моему, это пятая таблетка сейчас пошла. Блин, еще плита, кстати. Ну-ка, может, вот этого тоже завалить? Только я сначала все-таки хочу убедиться, что там в тюрьме. Но она открыта, значит, там вряд ли кто-то будет сидеть. Так, армейская куртка. Надо было быстрее жрать, слушайте, пока это... А, ну хотя нет, он же может блевануть. Один хрен, блин. Два кольта. Ну они ж не могли так заспавниться. Значит, кто-то их так скинул, получается. Так, 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 ты у нас кто? Блин, а у нас ведь есть, ну, сильно поврежденный, видите, в чем косяк. Так, сейчас, 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 надо не забывать свою пищу просто принимать. А то захотим жрать. Будет еще хуже. Тише, тише, знаю, что тебе больно. Так, есть на 10 патронов магазин, есть дополнительные, можем, в принципе, подзарядить. И такой... Дополнительное, да, будет, так скажем. Ладно, БК-18 тогда скинуть. Черт с ней. Ремка вроде есть. Сейчас что-нибудь там попробуем починить. Погодите, у меня же ремка есть, да? Привет, Билли. У меня есть ремка, и мы бегаем с Badly Damage двустволкой. Которая после первого же выстрела, да, отлетит у меня. Вот это косячело, конечно. Сейчас тогда и эту фигню починим. Что, хотя бы пускай поврежденная будет. Все, давай автоматикус. Ну вот и что, я хер знает. Я, если честно, предпочел бы двустволку в руках держать. Чем UMP. Если честно. Так. Кушать надо обязательно. И иначе потом... Будет еще жестче. Не СВД, а ВСД. И все, как бы, ты уже не предъявишь вообще никаких претензий к разработчикам. Там зомби что-то заорал далеко. На нас нет. Так, одно тело здесь. Блять, я стану, он меня слышит. Один человек здесь. Выздоравливай, ублюдок. Знает, что я тут. Отмычки нету у меня? Неа. Неплохо. Отлично. Просто отлично. Так, что тут всяких патронов, куйонов нам приволок. Топор нормальный, компас. Да. Сейчас инвентаризацию проведем. Блин, здесь опасно сидеть. Инвентаризацию сейчас проведем. Зомби успокоятся. И дальше пойдем. Более того. Дым. Дым, ага, давайте. Просто. Бывает ситуация, когда дым надо применить.
А у меня его нету. Так, немного на ход ноги примем сейчас на удачу. Я так понимаю, эту военочку небольшую мы всю пролутали. А, кстати, тут есть еще одна, там, одна казармочка. Надо попробовать ее лутануть. Я не вижу лишнего дыма у него. Вот и напарник. Вот и напарник пришел. У тебя что есть? Да, его напарник, его повязка. Минус второй получился, мальчуган еще. Сейчас опять будем инвентаризацию проводить и ждать, пока зомби успокоятся, прежде чем выходить. Под адреналином будем прорываться. Так, все, Тимофей невероятно подготовленный, то есть невероятно сытый сейчас будет Тимофей. Ну, сытый, ладно, не невероятно, но нормально, короче. Нормально напоенный. Мясо как оружие, что ли, лежит? Вот что интересно-то. Не, нету нифига бутылок. Так, куртка и так уже есть. Блять! Да ты зря, родненький. Да ты, родненький, зря. Так. А ну отстаньте. Бля, сейчас все зомби сюда прибегут. Спасаемся. Ну наконец-то, ё-моё. Иногда я тоже умею играть, блин. Так. Ну и что с зомби будем делать? Челик здесь. Я слышал, как челик прибежал. Ну и чё, пускай штурмуют меня тогда, пожалуйста. Мы, папа, ничего не знаем. Хочешь, заходи. Так. Родненький живой. Да ты собираешься умирать? О, все, с хавкой вообще нормуль. Родненький, ты собираешься умирать или нет? Все, теперь он погиб. Отлично. Так, значит, он меня не слышал, ничего, все хорошо. Нифига тут кипиш я устроил. Так, немного отквитались по счету. Немного, немного. Смотри, какой кипиш тут я ему устроил.
Знаете, это капец, короче. Ну, по-хорошему, надо было бы менять позицию. Но мы папы, мы будем сидеть, короче. Вот и все. Сейчас парня разлутаем. Хавки полно, всего полно. Разлутаем, посмотрим, что дальше будем делать. Ну-ка, давай вот эту развалину послушаем. Да, вон, вижу его. Вон их двоица бегает. Так, раз. Второго не вижу что-то пока. Второго не вижу пока. Блять, я не могу оружие в руках поменять. Вы что, угораете? Так. Капец, угар, конечно, лютый, блять. Так. Там второй же был, типсы. Ну где ты, конченый зомбак, а? Двое было. Так, этот издалека по мне работает, что ли, уже? Ну-ка, иди сюда. И кто-то издалека еще по нам работал. Так, этого зомби с приклада убили. Так, все, здесь разобрались вроде. Так, мы окружены.